Простите? Вот, держи его, вот! А, стоять! Стоять, я сказал! Веселее, парни, веселее! Стоять! Вот козлы. Люк украли. Итак... Что не вафельный. Могли бы мне и нос сломать. Вы что творите-то? Эй, да вы что? Мне же больно. Да вы рехнулись тут все, что ли? Ну что уставился, Федор Михайлович? Ну да, получил тортом по морде. Бывает. Сегодня все нервные. Не вы, а мы. Столица кишмя кишит рассеянными олигархами. 100 тысяч долларов сюда, 100 тысяч долларов туда. Почему? Весь пищевод как на рентгене. Понимаю, конечно, понимаю. Ей важно то, что она нужна обществу. Скидывай ты одежду под тобой. Сколько я здесь баб перелапал. Я всем это говорил. А сейчас беременна. Цельно разорваны судьбы моих резиновых братьев. На колени! Да. Сережа! Сережечка, прошу, не ломай замок! Верно. Людям. История такая. Я только-только начал сниматься, и тут, как назло, стал невидимкой. Ну, ночью прихожу к режиссеру, так, мол, и так, объясняю ситуацию. Ну, он, конечно, поначалу с ножом кидался, их в порядке вещей. В общем, выпили, и режиссер вспомнил, что у него гример есть надежный. Раньше в морге работал. Так вот, решили меня с ног до головы загримировать. Проканало. В дурке лежит. Хочется иногда почувствовать себя нормальным человеком. А соседка у меня эстет. У нее парадоксальное чувство прекрасного. Да где вообще? Я тут с ума схожу. Слушай, Рит, ты только не волнуйся. Дело в том, что я... Ты упал. В люк. Пардон. Теперь проблем не оберешься. Лишь так тыкать. Не только ты меня, но и я тебя видеть перестану. Так, а ну-ка... Уже прятаться вечно. Может быть, расскажем маме? Но я не знаю, надо ее как-то подготовить. Каким образом? Да. Рита, это я. Лучше. Кто такой? Ну что ты, Володенька, это ты у нас фокусник. Твой ключ к украденным миллионам следователи оценят по достоинству. Теперь твоя судьба в моих руках, а Володенька... Это не судьба, это моя! Ну, можете...
ты что, набрался? Проверь. Вдруг систему взломали? Невозможного. Есть одна проблема. Ты мой лоб, полдня искать будешь. Это тебе за Рим! Владимир Юрьевич, что происходит?